Давно я не был на Бутаковском водопаде, и вот сегодня решил с друзьями посетить данное место. Начало пути. Время 10 утра, а машин уже вокруг тьма тьмущая. Ну вот народ любит, очень много иностранцев ходит сюда. Вот вход. Бутаковский водопад. Выходной день, суббота. Ну вот, такой тур выходного дня у нас получается. Нас встречает такая чудесная лошадка. Красивая. Ну и тут народ уже тусит. Юрта. Позирует это она нам. Остановилась. Там ее друзья. Вот такой батыр встречает гостей Бутаковки. Куда все идут, куда идут. Дорогу показывают. Мишка! Кто это тут идет? Кто несет Мишель? Мишель? Где? Кто тут идет в горы? Куда ты идешь, Роберт? Хватит нас снимать. Вот идет бразильская семья. Сегодня она в Казахстане, а завтра неизвестно где. Да, Рина? Сегодня здесь, завтра там, по горам, по домам. Кто-то накануне ночью приехал сюда и жил в палатках. Здорово. Александра, да. Ну что, мы, может, в беседке остановимся? Остановимся обязательно. И запустим дрон? Обязательно, да. Отлично. Съемки из дрона, мы продолжаем свой путь. Но не факт, что нас далеко хватит. Группа туристов идет по горам, а мы тут. Что, двоечники устали? Мы не двоечники. А кто вы? Троечники. Семейство, бразильская семья, а рядом семейство, туристы идут. Мужчины не унывают, продолжают свой путь. Трудный, тернистый, каменистый, братская любовь. Что не сделаешь ради младшего брата? Подорвать спину. Папа, как ты относишься к тому, что ребенок тащит ребенка? Отлично. Мостик каменистый. Такое ощущение, что мы в Италии и Греции. Тернист путь семьи. Выжили не все. До Бутаковского водопада осталось 700 метров и 30 минут пути. Мы самые стойкие. Вот многовековые корни. Красота, история. Мы продолжаем наш подъем. Ребенок уже висит на папе. Второй ребенок продолжает бороться. Роберт, ты продолжаешь бороться? Молодец. Кто-то поставил базовый лагерь. Вот, свистит. Что-то происходит. Впереди следующее препятствие. Мост через бурную реку. Бурная река. Маленький передых. Набираемся сил перед бурной рекой. Роберт устал и пьет воду Самал. Мишель устал и тоже пьет воду Самал. Ты устал идти? Нет. Нет? Еще дальше пойдем? Да. Отлично. Бурная река нам не помеха? Нет. Твои ноженьки устали? Да.
или нет? Расскажи нам, что ты чувствуешь, Мишель? Роберт, пока! Пока! И вот я остался один, продолжаю свой путь. Люди уже возвращаются домой. Вот такая крутая лестница. Тернистый путь. Мы продолжаем в одиночестве. Дорога в нашем Бутаковском ущелье. Там люди карабкаются. Путь у нас идет через огромное количество кустов малины. Народ ее кушает. Вон она, красненькая. Люди набирают малину. Малина тут. Везде. Красота. Вот такой каменистый путь. Одевайте, люди, обувь удобную перед походом в горы. Люди выбрали такой замечательный путь. Идут и мучаются. И пьют по дороге кружку свежего. Замечательно в горах. Вот, мы уже почти подходим к Бутаковскому водопаду. Кто любит собирать растения в горах? Очень много детей ходят в горы. Почти дошли, осталось всего несколько метров. Бутаковского водопада. Вернее, дошли не все. Оказывается, люди тут еще и скалолазанием занимаются. Вот. Карабкаются. Закончился поход на Бутаковку. Внутри организма есть ощущение удовлетворения покоренной вершины. Я счастлив, материал набран. Я спускаюсь вниз, где ждут меня спутники. Надеюсь, они уже в ресторане.